Завитает лед, теперь всегда не найдет. Мы угробим Новый год, и Полина нас точно прибьет. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг Майнкрафт». Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам мы и продолжаем снимать эту рубрику. Да, ребята, поэтому ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на видос, если хотите еще одну новую серию троллинга. Чем больше лайков наберем, тем быстрее она выйдет, поэтому... Я не понял, не понял, а это что такое? Это что я вот так, ты на подставочке, да? А я вот на... Вот все, лох, просто лох. Все понятно, вот так вот. Ну, я припомню это тебе, припомню. Ну что ж, ребята, я уже все построил и готов вам все показать. Но перед этим, под предыдущими двумя сериями троллинга, ребята, вы оставили очень мало лайков и комментариев. Я прямо в шоке, реально. Так мало лайков и комментариев троллинг не набирал еще никогда. Поэтому, ребята, если вы хотите продолжение этой рубрики троллинг, то, пожалуйста, поставьте лайк под этой серией и напишите, пожалуйста, какой-нибудь приятный комментарий. Тогда, ребята, мы будем продолжать снимать троллинг и будем снимать его почаще. Ну а теперь перейдем к самой карте. В общем-то, ребята, знаете, есть такая популярная довольно-таки песня у группы Грибы, которая называется «Тает лед». И просто почти все видеоблогеры сделали на нее пародию. И я так подумал, нужно нам тоже сделать обязательно с Эдисоном на нее пародию. Да-да-да. И, собственно, в этом троллинге Эдисон и будет делать пародию на песню «Между нами тает лед, постепенно нас никто не найдет». Вот, ребята, это локация из этого клипа. У меня, конечно, автобуса тут в Майнкрафте не было, поэтому мне пришлось поставить грузовик. Вот, ну, в принципе, да. В принципе, это тает лед. В общем-то, ребята, если вам понравилась моя карта, я очень долго ее строил, влепите лайкос, а мы начинаем. Ну что, Эдисон, ты уже готов пройти на мой троллинг? Я готов как никто. 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 Эдисон, знаешь, что я хочу тебе сказать? Подожди, пока постой на одном месте. Я вот тут, мне тут удобно, Джек, хорошо, я постою. Ну постой, постой, хорошо. В общем-то, Эдисон, слушай, ты знаешь, вот есть такая песня у группы Грибы «Тает лед», знаешь, да? Ой, не-не-не-не-не, она очень старая вроде, уже ее все забыли. Ну, все равно, Эдисон, понимаешь, просто каждый видеоблогер сделал на эту песню пародию, набрал кучу просмотров, хайпанулся, понимаешь? Хайпанулся просто, ну. Вот, понимаешь, а я думаю, что, мы вот хуже с тобой, что ли, или что? Вот именно, я тоже так думал, ну, а что дальше, Джек? Короче, Эдисон, мы должны с тобой сделать пародию на «Тает лед», ну точнее ты ее хочешь сделать, вот, и ты будешь сегодня делать ее в моем троллинге. Срочно, беги в аэропорт, тебе нужно срочным образом ехать в Россию и записывать клип, Эдисон, быстрее, быстрее. Да я не успею, вот этот... А может тебе нужно прямо прыгнуть до сундука, не знаю, там попробуй, Эдисон. Эх, не получилось. Ну давай, ну быстрее, ну быстрее, Эдисон, ну быстрее, молодец, молодец. Все, все, красава, красава, Эдисон, беги быстрее домой, домой к себе, беги домой. Ты красавица, так. Так, 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 Эдисон. Все, в принципе, дома ничего не нужно делать, все. Быстрее в аэропорт. Пасать надо. Да туалета нету, пофигу. Быстрее, пасышь в кустике, быстрее. Ой, португальчики! Аэропорт захватили португальчики, Эдисон, беги от них! Аэропорт, так, так, так. Ой, украинцы, а что украинчики тут делают? Не знаю, они тебя спасут, Эдисон. Украинчики, спасибо. Все нормально. Они меня реально спасли? Украинчики тебя спасли, Эдисон. Слушай, короче, нужно как-то попасть в аэропорт. Еще вот это убейте. Давай. Все, отлично, отлично. Эдисон, тебе нужно срочно в аэропорт попасть. И туда паскуда! Всех убью! Еще вот это подъем. Просто минус португальчики. Ты Эдисон, ищи быстрее проход. Как тебе нужно найти проход? Вот. Ну. Да, угу. Пароль нужен. Ну пароль, быстрее, пароль! Откуда я знаю, какой пароль? Ну ищи! Ищи пароль! Это хорошо. Ищи быстрее пароль. 1-1-1 нет. Да нет, Эдисон, так не получится. Давай ищи. Ищи. Опа. Опа, подсказка. Ага. Что за подсказка? Ага. Подсказка. Какая к черту подсказка? Вот ты какой подсказка? Ты подумай, посмотри на этого NPC, подумай, что он тебе напоминает? Ну, дьявола типа. Да, дьявол, а вспомни нашу недавнюю серию способов. Все, Эдисон, молодец! Только это, ой. Ой, в аэропорту какие-то странные непонятные вещи происходят. Быстрее. Проходи, Эдисон. Быстрее. Так, Эдисон, короче, быстрее садись в самолет, и тебе нужно точно отправляться. Дерьмо, у тебя самолет, ты еще на мой гнал. У меня места не хватило. Эдисон, все, самолет летает, и ты летишь в Россию.
Эдисон, опа, я прилетел, да? Не-не-не, я телепортировался, а не прилетел. Но... Ну... Так, все нормально. Эдисон, быстрее на съемочную площадку, быстрее! Эдисон, все уже готово, я уже все заранее в тебя подготовил, конечно, текст ты еще не успел написать, ну на ходу что-нибудь сочинишь. Короче, я тут нашел вот массовочку, да? Массовочку. Массовочку. Вот. Коричневую мокасину, да? Да, Эдисон, знаешь, автобуса у меня, к сожалению, не было, поэтому брошусь поставить крузер. Да ничего, ничего, картофан сейчас этого будет. В общем, Эдисон, нормально, ты, в принципе, готов, да? Ну, ты уже придумал, что будешь петь. Нет, я как раз таки не буду. А, не буду. Оригинал, просто петь и все. А, ну ты подумай, ты подумай. Что тебе можно спеть? В смысле, знаете, ребят, как будто я фристайлер какой-то. Я сейчас на ходу должен что-то придумать. Эдисон, ты хочешь популярным или нет? Все. Камера, мотор! Поехали! Завитает лед! Теперь кто не найдет, мы угробим Новый год, и полиция нас точно прибьет. Снято! Снято, снято, снято! Отлично! Похлопаем все вместе дружно Эдисона! Песенка на Новый год у нас будет, Джек. Эдисон, ну знаешь, тут не так все просто, знаешь, что не так просто? Копы так не любят нас! Понял, не любят нас! Копы не любят нас! Эдисон, копы не любят нас! Беги! Беги! Срочно беги! Мы с копами дружим! Эдисон! Дебил! У меня очень коротенький троллинг получился, я знаю. Это полнейшая наркомания, но я тебе говорю, после этого видео наши каналы взлетят. И нам в этом помогут наши подписчики, Эдисон. Да, пошли, утром, пошли, пошли, Жек, ты псих! Иди сюда! Я Жек, псих? Да. Подожди, подожди, подожди. Я псих, халахчик, Жек, короче, тихо, тихо, тихо! Можно воды, Жек. Можно воды, где вода? Воды нету, Эдисон. Жек, ты что, дурак? Я ж псих. Не, ну я образно, Жек. Ну, короче, это в этой серии знаешь, что кем будешь? Ты будешь детектив. Психом! Нет? Нет, детективом, обычным детективом. Вот. И вот тут в этой психушке произошло что-то странное, Жек. Потому что знаешь почему? Потому что многие подписчики у нас просят, мол, выпусти новую серию детективов, а вот я выпустил в троллинг, да? Подожди, я следопыт, я должен раскопать снег. Тут что-то по снегам должно быть. Следопыт, да. Но тут произошло что-то странное в этой психушке, очень странное. Поэтому тебе нужно все расследовать. Что тут такое? Тебе надо как-то попасть внутрь, тебе надо найти кнопочку. Я хочу психушку! Давай, еще кнопку. А мне искать сундуках, да, Йон? Да, где хочешь. Ну тут, конечно, ты годик где-то угробишь, чтобы все сундуки перерыть, да? Да, ну я сыщик. Смотри, по логике. Стоит много сундуков. Наверное, мне нужно открыть вот этот сундук. Нет, моя логика какая-то неправильная. Нет. Неправильно у тебя логика, Жека, неправильно. Я плохой детектив, у тебя сразу скажу. Да, ты плохой. Но ты подожди, тут много всяких загадок странных. Много загадок. Да. Да, подумай неординарным путем. Ага. Опа! Ага, я понял. Неординарный путь. Вот он. Ага. Кнопочка. Сыщик в деле. Сыщик батя в здании. А куда идти? Подыхать. Ага. Ага. Нет, это как бы вообще не защита, это с другого какого-то троллинга осталось. Жек. Да? Я должен был вот так пройти, вот смотри, ты должен вот так был пройти. А чё, мне нравится, я тут постою, Эдисон. Нет! Убили детектива просто, гады. Так, убили, ну ты сейчас узнаешь, кто его убил, поэтому иди сюда. Да ё, постоянно мне тут спаунпоинт где-то в жопе. Давай. Так, хорошо, так, я открываю дверь, ага. Не работает, Эдисон. Не работает. А что не работает? В смысле не работает? Дверь в Майнкрафте не работает. Что такое? Я не знаю. Жека, ты у нас... Что за хрень, Жека? Я сломал Майнкрафт. Помоги. А, так потому что это гвоздблоки. А, ну вот видишь, и так можно было сначала. Ах ты ж говнюк, Эдисон. Ну а что не работает? Действительно. Вот, я понял. А чё ты понял? Ага, понятно, всё, я понял. А чё, да ничего там такого нет. Да, в общем, да. Жека, это психушка. Тут а что всё горит? Ничего не горит. Я слышу, что-то горит. Расследуй, что тут не так? В психушке произошли какие-то странные вещи, Жека. Тут карта с сокровищами. Я хочу карту с сокровищами. Да. Так. Как, надо как-то... Посмотри, что-то не так. Ну тут явно что-то не так, ну как бы вот тут явно что-то не так. Тут явно что-то... Пола невидимого, тут явно что-то не так. Детектив, включайте свою логику. Так, ну хорошо, я проверю шкафы.
Логику детектива, значит, да, включить? Да, логику детектива. Не, ты знаешь, так просто в жопу твой троллинга, просто я ухожу с него. Мне нравится вот это. Все, мне нравится, заканчивай. Да. Побег не удался, но я попробую еще раз. Давай. Да собака за своими невидимыми блоками. Да, хорошо, я тебе проще сделаю, заколебал, нуб. Давай. Все, отлично. Так, куда мне нужно идти? Вот тут, наверное, скрывается проход в другую комнату. Вот тут тоже то. Не знаю, что тут, Джека. Может, ключ, может, карточка. А каким образом я должен понять, как это проходить? Ну, удача. Я понял, хорошая, мне удача точно не сопутствует, я понял. Эдисон, я не понимаю, как это пройти, чертовы твои кнопки, они не работают. Жека, доктор вернулся, иди сюда, доктор вернулся. Доктор, он сейчас расскажет. А, что за доктор? Что за... А чё ты доктора грохнул, дебил? Да блин, если я его только треснул... Ну, карточка, в принципе, нормальная, я пошел. А чё ты его грохнул, доктор? Так, хорошо, ладно. Да какой-то странный был доктор, какой-то зомби. Да в смысле, обычный? Какой зомби? Ну, окей. Доктора грохнул. Давай, ладно, Жек, проходи дальше. Чё-то странное творится в этой психушке, я вообще не понимаю, если честно. Да я тоже вообще ничего не понимаю. Что-то неприятно у тебя какой-то троллинг. Собака! Какая собака? Нету никакой собаки. Да никакой собаки. Эдисон, у меня спаунпоинты не работают. Встань, ты пошел. Заколебал. Там. Вот бежишь, пробежал дальше, вот давай дальше. Куда дальше? Тут невидимые блоки. Как и не видеть блоки, все просто. Ну понятно. Ай, чтобы ты халямараса, ты. Бай, я уже. Я тебя сейчас это. Я сейчас начну бомбить. Твою мать. Так, давай, бомбить. Не надо бомбить, Жека, не психу. Я ненавижу паркур, сраный паркур, что это такое? Так, Жека, тихо. Вот тут надо тебе расследование провести. Вот расследование, да? Вот ты детектив у нас, да? В общем, Жека. Тут самый главный вопрос твоей жизни. Да, я понял. Вот. Сколько людей тебя любят в Майнкрафте, Жека? Тут нет ответа, 1,5 миллиона. В Майнкрафте, вот сейчас на карте, как бы, вот тут в нашем троллинге. Наши троллинги? Я не знаю. Ну, Эдисон меня не любит, ну что он меня это обзывает постоянно, поэтому. Но... Поэтому тут нет ответа 0, Эдисон. Ну почему? Хорошо тогда. Нажимай один. Ну хорошо, ну давай, признавайся. А чё? Да, как бы, ну хорошо, ты меня раскусил, допустим. Что, подожди, что допустим, давай говори нормально. В смысле? Ну стоп, тут... Ответ набирай, не пыли мне голову. Ну смотри, тут, как бы на этой карте, единственный человек это ты, да? Ну доктор меня явно не любил, потому что я его убил. Вот, ну смотри, то есть, ты говоришь, что тут нет, да, цифры 0. Значит, должен быть хотя бы один. Но ты меня не любишь, понимаешь? Значит, признавайся давай. Ну допустим, вот нажимай. Не, давай не допустим, давай ты вот мне скажешь, давай. Да давай, нажимай на Не, ну давай ты вначале скажешь, потом я нажму. Нет. А так и не нажму, тут нету нуля. Ну или добавь кнопочку 0. Ну подожди. Ну как бы ты можешь проверить вариант, да? Ты можешь нажать на единичку и узнать. Нет, я не хочу ничего. Я сыщик, мне нужно сразу правильный ответ давать. Да нет меня, нет. Нет, иди сюда. Подожди, а ты же забыл Стефан. А что, Стефан есть на этой карте? Ну, как бы, я имею вообще в виду всю рубрику троллить, понимаешь? А, ну ладно, хорошо, тогда один давай. Угу. Не, это неправильный, да, ответ? Не, это неправильный, Жек, это неправильный ответ, давай. Можно я не буду проходить заново паркур? Вы чё? Не хочу проходить заново паркур. Ой, куда это пошло? Давай. Ну ладно, хорошо. Ну ты меня не любишь, и Стефан меня любит, кто меня еще может любить? Ну не знаю. Ладно, пофиг, допустим, 2. Ну тут опять неправильно, мне кажется, это просто... Вот видишь, 3. Потому что тебя любит и Стефан, и Ибрагим, и твой сыночек Митрофан, понимаешь? А Ибрагим как бы тебя любит, меня он не любит. Он тебя любит, он просто скрывает вот это. А что это? А, подожди, иди сюда. Ты как бы нажми на 3. На 3. А, да, кнопочка. Ты же просто, ну, тебе дальше надо пройти. А, да, ну ладно. Иди сюда. А зачем ты сразу? Иди сюда, выпусти меня отсюда! Быстрее. Я больше в клетке, псих, сидеть. Иди сюда, выпусти меня. Хорошо, давай, выпускай. Так, сколько времени ты проходишь эту карту? Так, ну примерно где-то 7 минут, я думаю, да. Как кажется? Как кажется? Что это значит, как кажется? Не знаю. Нажми на другие кнопки. Как кажется? Как кажется? Как кажется? Чё всё? Ну нажми на еще на одну кнопку. Точно не так.
как кажется. Точно не так, как кажется, да. А, все точно не так, как кажется. Да, тебе еще одну надо кнопочку найти. Вот где она? Где-то вот тут должна быть кнопочка еще одна. Поищи, Жека, поищи. Все точно не так, как кажется. Все точно не так, как кажется. А что не так кажется? Я еще не понимаю, что ты несешь! Опа, опа, опа! Ну все, все, пока. Так, ага. Так. И что это я обратно сюда вернулся? Зачем это я сюда? В смысле, пациент, зачем ты сюда обратно вернулся? Мы же на прогулку. А, ну да, точно, да. В смысле точно? Чё точно? Да я ничего не понимаю, чё ты несёшь вообще? В смысле точно? Играет он каких-то там детективов, пациент, что с вами, сумасшедший, а? Мы на лечение ходили, пациент. Какое на лечение? Какие детективы, пациент? Вам что-то в голове там кажется, всякие детективы? Это воображение ваше, пациент. Так, давай ты вообще-то не будешь... Я нормальный человек вообще-то. Вот я проходил просто твою карту, вот кнопочки. Нет, кнопочки-то реальные. Хорошо, да, давайте, пациент, я вам напомню всю историю. У вас украли золотую кнопку, украли канал. Вы вообще съехали с катушек и уже как полгода сидите в психушке. Нет, не было такого. Да вот ты в психушке сидишь. Да нет. Да вот, да, в психушке. Потому что ты еще мало того, что убил Стефана, Ибрагима, еще и Митрофана, они тебе постоянно в снах страшных видятся. Нет, это не правда. Да, да. Я нормальный! Да, мы все мы видим, какой ты нормальный. Какой нормальный? Давай, спать, пациент. Я сейчас тебе кружку, ничего хрена. Это что? Ну, спать, да? Я сейчас тебе посплю. Какие-то, пацан, давайте, хватит своих этих ваших детективов играть, давайте спать. Я сейчас посплю, я вам устрою еще. Что вы устроите? Я вас уничтожу! Уничтожу, блин! Твою покрываю! Полгода в психушке сидели, а? Еще какой? Неправда, это все ложь и провокация. Давайте спать, пациент! Да куда спать? Меня все бьют! Помогите! Что происходит? Ой, короче, я не знаю, что у Жеки там... Ребят, в принципе, как я вам говорил в начале троллинга, то, что наш Жека сошел с ума после вот... Неправда! Все ложь! Неправда. Какие-то демоны у него там было, и кто-то не... Все подстроено! Все подстроено! Пошел разгадывать какой-то там... Что там пошел Жека, детектив? Ты сказал мне разгадывать преступление, я Шерлок Холмс. Ничего, я завел тебя в психушку, потому что ты псих и все. Ну все, все, психи, все, давай. Пошел что-то разгадывать, пересмотрел там Острова Проклятых. Пошел там разгадывать что-то. Я не знаю, что же вообще происходит сегодня. Да, все, да. Видите, он какие-то там, ну. Да, ну давай, говори. Товарищ, сядь. Сел, товарищ. Товарищ. Мы хотели бы вас попросить поставить огромный лайк. Да, потому что чем больше лайков эта серия наберет, и у меня, и у Жеки, тем быстрее выйдет следующая серия троллинга. Поэтому, ребята, не ленитесь, ставьте огромный палец вверх. Да, ребята, и пишите в комментариях, вот пишите, как я красиво сейчас убью вот Эдисона, вот так вот возьму, так вот. Чё ты делаешь? Ах ты ж падла! Ладно, в общем, не важно, ребят, я убью его за кадром. Не убьёшь ты меня, никуда ты меня не убьёшь, чё ты убьёшь? Давай заканчивай серию, дебил, псих! Да, сейчас, подожди, я сейчас тебе закончу серию. Я сейчас тебе... Чё ты меня хочешь, придурок, а? Я его уничтожу, не переживайте. Вот и прикидом. Умирай, да, умри, да, умри. Скорую, давайте, я ливаю нахрен с этой. Все, ребята, до свидания. Он с ума сошёл, вызывайте.